desde lejos. Leo Messi recibiendo en el círculo central y poniendo este pase maravilloso para Tello, y no perdonó. Logró el segundo. Un magnífico pase para Cristian Tello, que una vez más se desmarcaba de maravilla. Y en este caso no necesitó de la colaboración Fran para evitar su centro. Otra arrancada más de Leo Messi, dando una buena asistencia para Tello. Y otra vez más, Tello que no perdona. En el Ciutat de Valencia, la arrancada de Messi, en este caso desde la banda derecha. El desmarque de Tello. Así logró firmar el hat-trick. Lo lograría en esta ocasión. Otra vez recibiendo un magnífico pase de la muerta. Lo acaba empalmando el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Muy bien, Sergio García. Ven con pies, un poco sozinho, passar bem. Boa jogada para Kunagüe, bom trabalho. E pode fazer o segundo. E já lá está. E já lá está. 2-0. Belo início damos para este extraordinário jogador que é Kunagüe. Que é que temos aqui, já anda aqui há tanto, tanto tempo. Veja bem como ele passa e é que é de perigo que finaliza. Tirar e o Cias Cavalho. Muito bem. Excelente assistência que fez aqui a todo o poder. В центр Кутиньо, Суарес, прекрасный пас, наставит же удар, гол. Я думал, нервничает, мешкает Суарес и не может выбрать позицию для удара. Оказывается, он искал варианты, и вариант нашел, очень даже неплохой. И как сориентировался Хендерсон, мяч к нему пришел, одно непринужденное касание. Нет, это Старич, конечно, ударил. Это никакой не защитник. Прекрасный розыгрыш. В игровом плане понятно, как бы сейчас удастся забить, как бы вернуться быстро в игру. Получается Суперлег. Но молодцы. Не зря это команда на этот матч. Сандерленд находит себе силы сократить отставание. Намекает Чембер, что было положение вне игры. Судейская бригада не реагирует. И вот такой вот. Итак, был Махор. Финт, Коло Туре уступает пространство и гол. Ну что же, это зрело. Андреас Вайман, 1-0. Неуверенная игра в атаке. Очень удачно Дель, по-моему, подхватил мяч, да, вывел вперед. Еще один пас на Гуннахора, дальше он сам решает ситуацию. Ну вот, насчет офсайда здесь, похоже, все-таки было. Похоже, было, но проверить... С уверенностью мы можем только с другой точки, не с этой. Несся на всех парах Мартин Шкартел, но вот куда он несся конкретно, гадать сложно. Ну а Стивен Джерард, который в этой ситуации отвечал непосредственно за Ваймана, оказался